Добрий день! Сьогодні в курсі інтер'єру ми продовжуємо серію програм, яку для себе назвали умовно «Анатомія оселі». Це огляд основних трендів в оформленні інтер'єрів окремих приміщень. Вітальня, а саме цій кімнаті присвячена програма, це місце, де можна усамітнитися, відпочити або зустрітися із веселою підходящою компанією. Вінні-Пух, наприклад, казав, що підходяща компанія – це така компанія, де чим-небудь пригостять. І з задоволенням послухають бурчалку. І все таке інше. Сучасні вітальні насправді мають різне призначення, і саме цим зумовлена їх побудова. Вітання! Саме у цій кімнаті зустрічають та вітають гостей, збираються усією родиною або, зрештою, знаходять час для власного відпочинку і розслаблення. При цьому дизайнерські розробки дозволяють як чітко виокремити ці функції, так і вдало поєднати їх у межах однієї кімнати. Не моє діло оцінювати, да? Тільки передавати те, що є. Тож, ми звернули увагу на меблі. Взагалі, звідки я знаю, що можна зробити на дивані? Де все, що хочете, можна зробити на дивані. Механізми. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, все. І настрій. Ми тут знімаємо ці дивани для того, щоб показати, як вони бачать будущий тренд. Як добре після метушливого дня чим швидше опинитися вдома. У зручному кріслі із чашкою улюбленого чаю або чогось іншого. Просто побути на самоті, погортати книгу чи поринути у мрії. Задовольнити саме такі бажання здатний лаунж. У вітальнях цього типу панують спокій та безпека. Підсилити ці емоції здатне розміщення каміну. І саме в такій кімнаті доречно розташувати бар. Чи поєднати кімнату із зоною бару. Бар. Домашній бар. А світильник із Онікса який? Очень основательная мебель Османії. Вона у нас відноситься до колекції лімузин. Це самий лімузиновий лімузин із всіх лімузинів. Я би украшав це все картинами Тамари Лембіки. Здесь все наклеено кожей Коя, толстая кожа, деревянная ручка, вот такой шкаф, ну, наверное, это шкаф-буфет для гостиной. Появилось дерево, и здесь очень интересно, вот смотрите, какие штуки. Это акрил, вот такой вот бар с встроенной подсветкой. И здесь тоже есть подсветка, подсветка еще идет оттуда, от стены. Ну вот такой вот домашний бар в зоне телевизора, это очень правильно сделано, потому что на самом деле, как бы при просмотре телевизора, журнальный столик, диван, это как раз и получается лаунж-зона, где есть смысл держать какие-то бутылки с какой-то выпивкой, а не в кухне. Саме із кухнею або зоною їдальні в останній час прийнято поєднувати традиційну вітальню. Така комбінація співзвучна зі звичним призначенням цієї кімнати – прийомом гостей, веселощами та розвагами у компанії. Саме ж сполучення із кухнею зумовлено тим, як вона виконана. Зробити це дозволяють різноманітні архітектурні рішення, про які ми обов'язково розкажемо у найближчих програмах, що будуть присвячені кухні. А надати необхідних емоцій інше, порівняно із лаунжем, розташування меблів та оформлення кімнати. Окрема полка зверху над корпусами, тут бокового. Нету. Это стекло набрано вот так отдельными листами. Ну и такой интересный металлический корпус для дисков, наверное, все-таки для хранения. Здесь опять металл тоненький, сложенный вот так вот П-образным столиком для небольшого телевизора. Очень уместный комплект для квартиры. Еще раз просто повторяю, что мне нравится эта мебель, она очень подходит к квартирам, потому что мебель для домов делают многие. Так, чтобы мебель была итальянская, красивая, добротно, хорошо сделанная и подходила к квартире, этого уже значительно меньше, буквально несколько фабрик. Вот одна из них. Ну, в общем-то, загадки никакой нет о том, как это должно открываться. Вот такая вот история. А здесь у нас телевизор. А там кофе с молоком, мы уже видели. Да? Отдельно кофе, отдельно молоко. Это кофе. Дуб тонированный темным цветом, как в венге. Здесь всего лишь 12 миллиметров, я думаю, толщина этих полок. Все очень
лаковое-прилаковое. Это металл. Это липучка. А вот такая вот ткань уже хорошо известная нам. Видишь, как сделана полка. Не доходит сюда, не доходит сюда. Все как будто бы оторвано. Напоминает лабиринты. Лабиринты, лабиринты, нижние полки. Тонюсенький телевизор. Безусловно, может быть любой цвет. Просто здесь на стенде они все рисовали в белом. В белом, чтобы не отвлекать от формы, от материала. Як треба розставляти меблі у вітальні, безумовно, кожен власник вирішує у залежності від функціональних та естетичних задач інтер'єру. Хіба що особливістю лаунжу є нетипове розміщення меблів. Доволі часто їх розставляють не впритул до стіни, а на відстані. Це дозволяє розділити вітальню на зони, виокремити своєрідні острівці. А от набір предметів зазвичай є уніфікованим і складається із дивану, крісел, журнального столика, пуфа та стелажних систем. Как выяснилось, вся коллекция, которую мы снимаем, это Людовика и Роберта Паломба. Это семейная пара, делающая очень интересный дизайн современный. Ну, собственно, судить не мне. Специалисты говорят, интересный, мне нравится. Полукруглое вот это вот решение часто бывает нужно для непристенного расположения диванной зоны, лаунж-зоны. Функционально, конечно, интересно. Во-первых, это нарезано. Так же, как всегда, интересно смотрится картина, триптих или диптих. Так и здесь нарезан такой, много птих в простолике. Можно вытянуть один из них, любой, к себе пододвинуть. И создана такая обширная лаунж-зона. И тоже интересно. То есть один грандиозный стол, наверное, было бы не так функционально, совсем не так функционально, как вот это. Технологически разгадать, что этот паршивец сделал, невозможно. Но это, конечно, убийственно классно. Да, посмотри, какие штуки. Вау. Все оклеено кожей. Шоколадный цвет. Ну, плотная нитка такая, какие подносики. Ну, очень оригинальная ваза. Глубокий диван, небрежно лежащие подушки. Во многом противоположно. Смотрите, практически той же цветовой гамме, как многие кожаные диваны, которые мы видели. Но мы видим подушку, которая вот такая небрежность, домашняя небрежность. Она подчеркнута этой подушкой. Плоская подушечка, ножки на шасси, трубка. Стеллажик волнами. Вот посмотри на эти движущиеся полки. Во-первых, они фантастически приятно движутся, вот, совершенно идеально. Во-вторых, построение конструкции таково. Это стекло, там дальше алюминиевый профиль и МДФ, панель, на которой наклеена, и колесики, которые катаются в этом пазу. На вот этот промежуток дверца одна. То есть она всегда будет в каком-то положении. Что-то она будет закрывать, что-то будет оставаться открытым. Это возможность изменить, в общем-то, опять же, та же идея, как у лабиринта, сделать неодинаковость совершенно, в общем-то, стандартных модулей. Разного цвета, разные формы, разного предназначения, открытые и закрытые, толстые и тонкие. Все виды полок, которые вот вывешены на одну стену. Они сейчас, обратите внимание, разной глубины. И на что они намекают? Теоретически это можно совмещать, делая любые композиции, которые нужны с точки зрения функциональности. И играть цветами. И все это будет вполне органично. Вот такой плетеный кофе-тейбл. Диван, конечно же, синий строчками наружу. Синий, серый, он тут его не поймешь. Игра в этот синий морской цвет. Конечно, Паоло Навоне вытворяет, как всегда. Это реминисценции 70-х. Даже не просто реминисценции, а это те же модели, которые делались в 70-х годах. На стенах реклама, которая рекламировала эти изделия в 70-е годы. Просто сейчас другой конструктив, другая инженерия, другие ткани применены.